Блогер Евгений Синюков рассказывает, что в село Горностаевка Елховского района приезжали эксперты ОНФ, вызванные сюда жалобами местных жителей на отсутствие водоснабжения. Все увиденное можно назвать одним словом – бардак, пишет автор. Гости Самары были в шоке от бесхозяйственности сельских и районных властей. Ситуация едва не доходила до конфликта. Вода в Горностаевке на самом деле бывает. Все пользуются, в том числе и коммерсанты. Однако за ресурс почти никто не платит. Власти за 25 лет так и не оформили сети нужд нужным образом. Блогер Брусничка утверждает, что Новокуйбышевск – это город, в котором есть что посмотреть. Я часто слышала от новокуйбышевцев, что смотреть у них нечего и вообще, что может быть интересного в городе, где одни заводы. Однако, съездив туда, хочу развеять это заблуждение. Больше всего мне понравился местный музей. Его сотрудники для каждой экспозиции придумали свои театрализованные сценки, благодаря чему посетители погружаются в то время атмосферу, о которой идет речь на экскурсии. Такого я нигде больше не видела. А еще меня тут поразили Новокуйбышевская центральная библиотека с музеем книги и иконная ферма Мустанг, пишет автор.